Всем привет! И сегодня мы будем делать горячий лед. Привет, друзья! В предыдущем эксперименте по изготовлению солевой грелки мы использовали ацетат натрия и рассказали о нем. А сегодня мы вам покажем более детально процесс кристаллизации и проведем эксперимент. Какой? Горячий лед. Проведем эксперимент горячий лед. 200 граммам безводного ацетата натрия добавим 140 грамм дистиллированной воды. И теперь отправляем на водяную баню. На водяную баню теперь его размешиваем. Все размешали. Загрели раствор ацетата натрия. Теперь перельем его в более удобный стакан. Чашу Петри. И в большую колбу. И оставим охлаждаться до комнатной температуры. Добавим пару крупинок сухого ацетата натрия. Сейчас нальем в чашу Петри раствор из нашей солевой грелки. Из предыдущего опыта, ссылку на которую мы разместим в описании к этому видео. Вот как кристаллизуется раствор ацетата натрия из нашей солевой грелки. Теперь подкрасим раствор ацетата натрия синим цветом для красоты и добавим сухую крупинку в неостывший раствор. Раствор будет кристаллизоваться более медленно и более тонкими кристаллами. Теперь попробуем сделать то же самое с колбочкой. Красота! Мы добавили красители, чтобы было красивее.